Ирмочка, ложки. Иди, бабуля. Ашки. Мойдем, джигбини. Şimdi uyandım. Aşkım zorla uyandım. Nasıl böyle aldık? Birsinde. Nasıl birsinde? Aşkım. Друзья мои, мы дома. Все вместе убрали. Вот Эндер. Эндер geldi, да? Aşkım geldi, evet. Aşkım geldi. Вот мой сыночек побрился. Мы все вместе, всей семьей дружно все сегодня перемыли, убрали и кушаем тантуни. И вот наша Ирмочка очень не отходит от Эндера. Он с ними и в парке был, где только уже не, что им только не купил. А Деми тантуни кушает. Ну, они еще не понимают, как это и что. Все, приятного нам аппетита. Вот и я сама, мои хорошие, пришла в себя. Я безумно счастлива, что я приехала домой. Где не хорошо, а дома лучше. Буду сейчас быстро загружать вам видео, а потом... Всем привет, мы снимаем видео, как всегда. Мы ходили на море. Моя бабушка вот искала и нашла один лад. Нет, копеечку. Друзья мои, мы всей семьей идем на море. Изменился график у всех. Да. А вот и я. Вот и я, мои дорогие. Мы дойдем на море. Йогу сделала? Да, если мы пойдем далеко-далеко в море, то мы будем стоять, потому что мы такое море. Вот такая она у меня шляткая. Сын такой белый, несмотря на то, что живет на море. Ой, какая водичка! Маре нравится? Да, нравится. Ирмочка. Вот Ашкым. Ой, вспотел, потому что знаете почему? Тащил его, она от него нет. Хадашким, Гюстер, давай покажи свой класс. Бак-бак-бак-бак. Опа, и все, сейчас вынырну. Давай, давай, сейчас покажи класс, сыночек. Ох, Мираби как красиво плывет, посмотри. Как... Супер! И я сейчас. Чем я занимаюсь? И сейчас немножко с вами поболтаю, надо же рассказать о чем-то. Чем же мы занимаемся? После моря мы, значит, пришли домой. Накормила детей один, потом накормила Эндера с Мирабчиком. Мы вместе с Марией, моя внучка. Вы говорите многие, что они невоспитанные.
Мари мне как помогала. И полы тут рядом ходила, мне мыло подтирала. И белье она умеет вешать. Ну, конечно, под моим контролем, тут на первую веревку. И рисовала она. И, в общем, она такая послушная девочка. Все слушается, Эндера слушается. Эндера говорит, какая она молодец. Другие вчера он забрал их в парк. Не слушали, извините, этот шум, у меня мясо варится, косточка. Буду сегодня готовить соус. А также я покажу, что я делаю. Здравствуйте, шоу. А вот моя Маруся. Бабуля, можно мне снимать 24 часа в розовый? Что делать? Да, я сниму видео 24 часа в розовый. А как мы видим? Я не знаю такое видео. Ну еще надо розовый одеться, я одета в розовый, еще розовый надо покраситься, в ногти надо покрасить розовый. Что надо розовый? Сюда смотри, на экран. Надо посмотреть, что это такое за розовое. А сейчас мы с Мари будем готовить мороженое и готовим для этого бананы. Почему мы решили? Потому что бананы переспели, они не кушают такие. А я приготовлю потом детям мороженого полно. Здесь у нас, посмотрите, Деми. Мы зона игры для детей. Детская зона. Дальше покажу вам. Вот такая вот у нас зона отдыха. Стирка у меня уже вторая сегодня. Вот написано же. В общем, вот так вот мы. Вот смотри, Мария, я иду туда. Вот посмотри, написано 24 часа в розовом цвете. Строили. Видите, по-русски читает. Челлендж дома. Видите, какая девочка по-русски сама научилась читать. Помаду мою намазала, моя вот, красавица. Вот, посмотри, я розовая. Тебе нравится Мерсиня? Ну, расскажи людям. Да. А почему тебе нравится? Да. Что здесь такого необычного? Нравится. Здесь еще и парк рядом. Деми, а вот, тебе? Ну, написано же, посмотри. Турецкая еда нравится, Деми? Бабуля. Вкусно бабуля готовит. Бабуля. Сегодня на ужин я решила приготовить соус из косточек, который привез мой муж. Мясные косточки. Это моя тарелка. Я вам хочу, что-то вообще не хочется. А это вот Эндеру и Мираби. Салат сделала, йогурт. Сейчас мы поужинаем и пойдем гулять. Кто проснулся? Кто проснулся? Кушает суп девочка Ирмочка. Бабуля пожарила такой вкусный ужин. Аж Крым принес нам все закупки. Ой, Марика кушает. Мой сыночек тоже понравился ему мерджимик чорба. Бегенниш, аж Крым кабак на чорба. Аж Крым, да некадар мутлук эшим гельды. Аж Крым. Догру соли с калпыдан. Калпытан сөйледім. Калпытан. Өдейін. Посмотрите. Голодный он, голодный. Кушаем. Кто знает английский, то поставьте лайк. Все. Всем добрый вечер. После тяжелого рабочего дня. Моя бабуля заболела, мы пришли на пикник. Слава Богу, мы на пикник пришли. Я давно хотела пикник. Какое красивое платье у моей внучечки. И вот нет. Сидит моя внучечка. Мам, вот моя бабуля. Это Эндер. Эндер бабу. И мы снимаем, как всегда, вести. Вот потому что я сейчас дергаю, что у меня руки сейчас весь трясутся. Вот так у меня трясутся. Что, Вик? Ой, друзья мои, сижу с моими любимыми. Вот играет Деметрий, мой брат, играет мяч. Опа! Собираю. Aşkım, ateşin de var ha senin. Hı? Ateşin de var. Ateş var. Ayakların yanıyor. Друзья мои, я заболела.
но сегодня я чувствую себя лучше, но кашель, у меня инфекция перешла вниз. Несмотря на все, я продолжаю также ухаживать за своими внуками, с детьми. Готовлю, стираю, убираю. Не знаю, Бог, наверное, дает мне силы. Молодец. Но я заболела именно в этом автобусе, попала под такой страшный дождь и высохла в холодном под кондиционером. Старалась оберечь детей, это у меня получилось, а сама заболела. Ничего, не болела 4 или 5 лет, наверное. Чтобы не было воспаления легких, а немножко начала кашлять сегодня, и меня отвезет Эндер на рентген. Мои дети разошлись, какие счастливые. Опа, молодцы. Ой, молодцы. Умничка моя. А шпагат? А, Нелла, голову не поломайте. Шпагат. О, Мари, молодец. Деми? Чигузель, апы. Ой, Ирмочка тоже шпагат. Ирма добелила. Я большая, я все умею, если я умею сальто. А Мираби играет баскетбол. Аферин. Все, молодцы. Ура, закончился концерт. Ура, закончился концерт. Слава Богу. Все, пошли домой. Пошли купаться. Сейчас в море Мираби искупается и домой. Все, скажите пока-пока всем. Тоже пой песенку. Убери ручки с рта, Пой. Полюбила. Умница моя девочка. Умница. Вы правильно поняли, мы на море. Эндер и Мираби наигрались в баскетбол, спотели и решили обмыться в море. А дети, вы знаете, как радуются. Просто им не взяла я смену, а то бы тоже искупались они. Они тоже наигрались от души. Очень нравится им. Набережная такая вся светится, привычная наша набережная. Здесь уже поставили зонтики. Вечером 30 градусов. Представляете, сколько днем. Мезит ли бели диеси. Керим Афш. Афшар парки. Сейчас они представляют, как сразу отключатся. И я вместе с ними. Всем спокойной ночи, сладких снов. Тут кормят специально уточек. Мари, нравятся уточки тебе? Да. В Батуми есть такие уточки? Нет.
Я вообще уточек не видела. Да, неправда, как не видела. Я только на фотографии. Наиграл собирапчик. Баскетбол. Он баскетболист у меня бывший. Говорит, мама, ты меня раскормила за эти дни. Я не могу, говорит, столько кушать. Я говорю, ну если ты не можешь, не ешь. Он говорит, сегодня три, говорит, чорбы мне дала. Я сегодня готовила и окрошку турецкую. Соус у меня был мясной. До этого он это съел вместе с детьми. Суп такой из брокколи. Гречку еще ему. И все, он доел. И салат. Он говорит, ты мне все положил. Я говорю, ну не ешь. Не ешь, говорю. Он говорит, как это? Я привык, когда мне все дают, все нужно доедать. Иди, спустись, сейчас их кормят. Так что вот так вот. И поправился мой сыночек. Пойдемте, пойдемте, все. Пойдемте до дому. Все, они... Вот это море! Пошли. Молодец. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.